Слушайте, а вы сейчас эту историю рассказываете, я вспоминаю, вы же хотели домен свой, когда пришли регистрировать его, назвать секс-туризм. Слава богу, да, не зарегистрировал такой домен, потому что я его действительно зарегистрировал. И сел в машину, поехал домой, а потом еду и думаю, а зачем мне секс-туризм-то этот? Я понял, то есть здравый ум-то включил свой, что, в принципе, это минутное какое-то увлечение, совершенно это никакого будущего в этом нету. Поэтому я тут же перезвонил этому провайдеру, который регистрирует домены, и сказал, что АВД у вас свободно. А АВД это было от аббревиатуры All-Wheel Drive, это полноприводные машины, Subaru, Jeep и так далее. Они сказали, да, свободно. Я говорю, пожалуйста, поменяйте секс-туризм на АВД. Они такие, да. Ну, они сами надо мной смеялись, когда я написал им название, они на меня так посмотрели странно, думают, дурак.